С вашего позволения, за активное и плодотворное взаимодействие с вооруженными силами Кыргызской Республики, развитие и укрепление двустороннего сотрудничества между Военным институтом Вооруженных сил Кыргызской Республики и Балтийским государственным университетом войны имени Дмитрия Федоровича Устинова, а также вознаменование 85-й годовщины со дня образования Балтийского государственного университета ВМР, наградить юбилейной медалью 25 лет Вооруженных сил Кыргызской Республики ректора Балтийского государственного университета ВМР имени Дмитрия Федоровича Устинова Иванова Константина Михайловича. Дмитрий Геннадьевич. Приказ начальника Генерального штаба Вооруженных сил Киргизской Республики генерал-майор Дюшенбеев. Ваше поручение выручено, товарищ полковник.